Всем привет! В этот солнечный день мы в городе. Какая елка пышная, красивая. Сегодня мы с Димой едем. Нам нужно купить обивочную ткань на кровать. В общем, ребята, вы помните, все мою кровать, она облупилась полностью, кожа. И мы нашли мастера, который нам может ее заменить, сделать каретную красивую стяжку. Старый-старый дом. Каретную стяжку сделает нам и, в общем, подсказал нам магазин, где можно поехать и купить ткань. И вот мы сейчас с Димуликом поедем в магазин. Магазин называется «Каприз». И хотим посмотреть ткани. Возможно, бархат. Возможно, в этот раз это уже будет не кожа, потому что, ну, какая-то она, этот дермантин, вроде бы и качественный. Но на самом деле, видите, но, в носке он себя показал ужасно. Все сыпется, все, короче, ужасно. Дождалась он я Димусиком и едем. Что они его там продают? Вот это? Да. Ты же там холодильник у него. Хочешь посмотреть, Да не, ничего мы не будем покупать, просто мне интересно. Продают еще что-то за мальчик. Ага. И даже кусты чего-то там, малины или что-то такое. Тепло так классно вообще сегодня днем. Это я тоже не пристегнулась, кстати. А так-то у меня привычка уже отработанная, что надо все время пристегиваться. И Ника тоже у нас привыкла и все время садится в машину, первым делом пристегивается. Угу. Главное приучить ребенка, и тогда все, и не надо будет с ним спорить. Беспрекословно. Едешь 2 метра, ты будешь ехать, чи 50 сантиметров. Надо сесть и пристегнуть. Ника сразу кричит, я не пристегнута. Да, у нас Ника сразу. Говорит, я не пристегнута, если она не пристегнута. И прям требует у всех сразу, кто есть, чтобы ее пристегнули. Ой, кто-то кого-то будет тянуть. А что это у них за развлечение такого рода? Две такие тачки крутые, они друг друга тягают. Красиво, когда солнечно, сразу настроение другое. Я поняла, что я так люблю ездить на море. Мне кажется, потому что там солнце. А девочка, которая мне депиляцию делала, они улетают в Испанию. Ой, блин, да, на отдых. Но надо вакцины. Надо, чтобы были вакцинированы. Короче, сертификат вакцинации. Вот, да. Так что, мы пока что, наверное, не полетим в Испанию. Солнце, витамин D вообще... Каждый, вот сейчас говорят, надо сдавать анализы на этот витамин D, но он у всех в дефиците, поэтому можно не тратить 500 гривен, мне кажется, на тот анализ и спокойно пить себе витамин D, пропить каким-то курсом и все. Сразу по-другому себя чувствуешь, другое настроение. Так что вместо Испании я куплю себе пачку витамина D. Пачка экономна. Я уже пристегнулась, смотри. Мы на кофеечек с Димуликом забежим. Только надо не забыть сумку в машине. У нас сумка вообще на полу. Кофеечек. Я такая полностью в маске. Всегда тут была скидка у нас на кофе. Сейчас только до 10 утра. А до 10 утра мы кофе дома пьем. Так надо что покупать. Все. Надо покупать свой. Вот такие. Сразу нам вот такие, Дима. Надо кофейный аппарат и все. Да, надо нам свою машинку, кофемашинку. Мы ходим с Димулей кофе пьем. Смотрите, какие красивые бабочки летают. Я, наверное, с собой закрываю ее, тень делаю. Сидит, позирует же, а? Красоточка. И тут подъезд хочу вам показать. Смотрите, как красиво разрисовали. Ну, приятно же, правда? Приятно же жить в таком подъезде. Ну, в большинстве своем все... загажено. Ой, летают чернобрывцы. Красота. Боже, какая огромная какая. Ничего себе.
Ничего себе. Димуля уже вперед пошел. Короче, кофе мы выпили, на депиляцию съездила, и сейчас мы поедем в магазин в этот. Березка красивая. Поедем в этот магазин за тканями. Будем выбирать. Добрый день. Тканины. То и там тканины, и тут тканины. А что ты хочешь, кирзан? Я хочу вот такую вот. Вот такую вот. О, смотри, этот цвет такой красивый. А он там серое есть. Ну, это вот такое. Ну, это похоже на нашу штору, да? Слушай, есть такие цвета неоднозначные. Не обязательно. Можно и такого цвета сделать. Вот они, видишь? Цвета вот этих. Смотри, подожди. А вот серое есть. А вот такая, такой цвет тебе не нравится? Посмотри. Ну, к чему? У нас такого вообще ничего нет. Вообще, нравится. Там надо, камера не будет передавать, конечно, так цвета. Но пошли еще посмотрим. Вот смотри, такой тут есть. Такой выбор. Но не, нам не подойдет этот цвет. Это люди на диван, видно, кто-то раскрутил, выбирал. Боже, да я тут до завтра. Сильно большой выбор. Для меня это сильно большой. О, слушай, тут тоже такая интересная вот эта ткань. Вообще по структуре как будто так. Как что? Как кожа? Как замш? А вот этот цвет тебе нравится? Ну, ну нам же серый, ты ж хотел. Или серый. Угу. А, ну, ткань. Бархат. Очень плотный бархат. Кожа, да? Да. Вот нам можно что-то такое, Дим, купить. Ну, мы сейчас, наверное, еще как узнаем цены, то... 240 гривен за погоню. 250. Ага. А нам сколько метров? 4 метра. Это 1000 гривен? Да? Да. На сама чё, с ума чокнуться. Такой выбор. Обалдеть. Ой, цветочки мне, конечно, не надо. Какой-то бы велюр, но такой плотный. Вот это тоже велюр, видите, но он такой тоненький. Качество, я сейчас не пойму. Тут темно просто, и поэтому такого качества. Смотрите, вот такой вот красивый тоже бархат. Блин, ну, конечно... Вот так может с освещением. Вот такой вот бархат красивый серый. Похож чем-то к нашим шторам. Розовый есть 150 цена. Блин, сложно выбрать в таком выборе. Зашла бы в ткани, я бы уже выбрала бы. Розовый такой. Выбор, конечно. Сейчас мебель одно удовольствие делать, перетягивать. Не выкидывают из старые диваны. Короче, выбрали мы ткань. Обалденную ткань выбрали. Хотели я серую, Дима хотел белую, а в итоге выбрали не. А в итоге выбрали такую ткань, как жемчужная она, да? Она такая красивая, просто переливается на солнце, но в наличии было только 1,85 м, а нам надо 4,10 м. Поэтому мы ее заказали. Но у нас всегда так, я даже не расстраиваюсь уже. Раньше бы, помнишь, я расстроилась, давай сейчас другие выбрать, а сейчас нет. Мы выбрали, мы хотели такую, надо подождать. Ладно, надо подождать. Куда мы едем? Развертаемся, едем с домом. О, боже. Опять в кастрюле. А что? Что тут такого? Не хочу я до дома. Проблем. Короче, ткань очень красивая. Я уже не стала снимать тот рулон, уже наснималась, уже хотелось проконсультироваться, все спросить. Они такие молодцы, все нам рассказали и даже проконсультировали, какую ткань хорошо положить в каретную стяжку. Потому что у нас же там пуговички вот эти вот так просовываются в каретную стяжку. Он когда сделает, эта кровать будет просто... Правда? Сейчас бы какого-то мастера найти, который реставрирует матрасы, правда? А нема таких мастеров? А у них надо спросить. О, ну то мы когда у них ткань купим. А, ткань стоит 270
метр. Рулон 1,40 м шириной, 270 метр, нам 4 метра надо. 740, ой, 270. 540, боже, боже, Дима, еще ей жена не пристегнула, спасибо. Так что я вам кажу, 540 и 540, 1080 гривен, нам обойдется полностью вся ткань на кровать. А еще этот мужчина сказал, что примерно работа будет стоить 800 гривен, но мы обтягиваем не только изголовье, а мы обтягиваем всю кровать. Она вся будет бархатная, жемчужного, молочного цвета. Вообще она будет просто офигенная. Ну, то фигня, что у нас серый ковролин, серые шторы, серые. Но мне кажется, что у нас же главное вообще, что она заиграет даже комната как-то поинтереснее. Ну, в общем, радости нема, понимаешь. Хотя, если честно, придерживаться стиля, надо было брать прям серую кровать делать, серые шторы. Будет сильно тёмно. Да. Просто сильно темную кровать тоже не хочется, потому что она будет как сразу громоздкая такая стоять. Белая мебель светлая, она такая воздушная. А когда вы делаете темный диван или темную кровать, то она сразу занимает место, вот так сразу видно. Такое горбище такие, я не хочу горбище лежать. Я хочу в жемчужной кровати лежать. Довольно я не могу. Боже, боже, бордюры. Дима так нервно водит машину, я пристегну. Так что у нас сегодня дело сделано, товарищи. Главная задача дня была сегодня. Ой. А сколько уже висит это дело? Сколько мы уже хотели перетянуть эту кровать? То одно, то другое, то третье. И еще мы заказали на барную стойку камень. Тоже будем делать вместе с вами. Вот вам я покажу, что случилось с нашей кроватью. Вот такой мы ее наблюдаем последнюю недельку. Нам привезут ткань примерно понедельник-вторник, и мастер начнет свою работу. Видите, как повытиралась? Вот. Поэтому уже мы не захотели брать заменитель, даже сама продавец сказала, что это очень непрактично, они сильно очень облазят, и очень короткий срок службы у него. Сыпется это все, понимаете? Вот так делаешь, на подушку сыпется, в волосах потом находишь это все. Так что будем наводить красоту. Видите, у меня тут серые шторы. Вот я себе постоянно думала, как оно будет. Серые шторы, тут такое все. Мне было бы классно серое изголовье сделать. Но Дима же серое не заценил. Говорит, не хочу серое. Серое, давай будем делать светлое. И будет вот светлая мебель. Господи, сейчас и бардаки засвечу. Светлая мебель. И будет перламутровая такая бархатистая ткань. Вот очень красиво. Очень.